Приветище, это Нек-2. Привет. Добро пожаловать на раскопки. Ну ты все понял, да? Мы приехали на раскопки. Это у нас с тобой 7-я глава, часть 1-я, погребенное поле боя. Ищем мы здесь титанов, огроменных титанище. В прошлой серии мы выяснили, что Гандахар как бы против нас опять восстал, засранец такой зеленый. И, скорее всего, он хочет восстановить титанов, воскресить их, чтобы они воевали против нас. Но это догадки, в комментариях об этом тоже писали. А еще в комментариях писали куча мест, где спрятаны тайники, которые я профокал в прошлой серии, а их было дофига. Кстати, здесь у нас 3 тайника. Усиление это не то, я тебе хотел устройство показать. Я вернулся назад, короче, по всем тайникам пробежался, про места, которые ты говорил в комментариях, и нашел, значит, детектор тайников. Мы теперь его сможем собирать, он будет оповещать нас, где тайники спрятаны, и это улучшит нашу возможность нахождения сокровищ. И куча рубинов нашел. Статуя Мариуса, обнаруженная тобой. Важная археологическая находка. О, благодарю. Да, Райдера за что-то похвалили. Какую-то статую он нашел. Короче, вот, смотри, останки, ну и можно сказать, остатки титанов. Какие? Они, кстати, тут не такие большие, как мы видели статую. Статуя-то там вообще огроменная была. Смотрите под ноги, ребята! Не пачкайте место раскопок. Если явятся высшие гоблины, уверяю, тут станет намного грязнее. Молодцом, Райдер! Райдер, красавчик! Такие, знаешь, пришли на какую-то мусорку, значит, где тут хламятся титаны. Тут и так грязно, они говорят, типа, не грязните нам. Ну вообще. Да, титанов тут вообще дофига, на самом-то деле. Это очень круто. Есть на что посмотреть. А еще здесь куча опыта. Что нам дальше-то куда? Ну, наверное, вниз спускаться, там вон внизу куча всего. Бульдозеры всякие. Нек, когда мы будем на бульдозере с тобой кататься? Рычажок, давай дернем. Опля. Почему мы спускаемся? Ведь последний бой шел на поверхности. Грязевой поток обрушился на поле боя и похоронил его под собой. Археологи годами вели здесь раскопки. Понятно. А мы такие знатные археологи, сейчас все раскопаем, как это обычно бывает. Нам здесь делать нечего, нам нужно скатываться по тросу. Ю-ху. Здравствуйте, товарищи археологи и инженеры. Осторожно, работает тяжелая техника. Да, я вижу. Мы к такому привыкли. И не к такому мы привыкли, и к такому, и не к такому. Опля. Так, подожди, здесь мы можем пробраться, а я внизу, кажется, что-то вижу. Ты это видишь? Вон там, смотри, можно туда пройти. Сейчас я спрыгну, минуточку, кажется, там сокровищница. Ну, давай заглянем. О, да, первое сокровище, очуметь. Ну, шикарно же. Но... Я вот этих вот изумрудных реликвий тоже находил очень много, но, к сожалению, я их не собираю, потому что я собираю рубины, как бы, а тут выбрать нечего, поэтому собираем изумрудный реликт. Есть, он такой в виде ракеты. Ну, тут понятно, да, все, что мы собираем такое вот изумрудное, кристальное, это образ Нека меняет, если мы это все соберем. Но поскольку у меня рубинов больше всего... Конечно же, у нас будет первым рубиновый нык. Опля. В первой серии мы и так и не собрали их. Хотя хотел. Но не собрал я, потому что знал, что во втором ныке тоже такая тема будет. И подумал, да, я тогда лучше во втором ныке соберу. Опля. Поэтому вот как-то так. Стой! Вот это подстава. Нормально так. Подшутили. Поехали. Ну, нык. Сейчас я бегу. А теперь прыжок. Опля. Все нормально. Технологии гоблинов того времени не перестают меня удивлять. Да даже современная армия не устояла бы. Такие голоса странные у них. Даже современная армия не устояла бы. Оп. Нет, рано, надо было раскачаться. Нек, ну что за дела? Ну что ты, я же нажал на крестик. А где? А, надо потянуть. А я уж прыгнуть хотел. Давай, раскачиваемся. Как обезьянка, вау. Дальше нам нужно, чтоб меня не распилили. А, тут вот эти, вот все понятно. Хоп. Хоп, хей, лололей. Мы справились. Вот я янтарчик хочу взять. Попковый ударище. Снова скатываемся вниз.
кавабанга! Мужик... Заграждения здесь для кого стоят? А я думал, ты их чинишь, а я только подошел и сломал. Ну, явно ограждение не для меня. Вот что я тебе хочу сказать. Уменьшаемся в размерах. Я малый муравей. Нет! Нет, 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 нет. Я не хочу, чтобы меня убили. Чтобы меня убили эти жуки. Это позор. Ловите. И вот тебе еще. Не знаю, убил я его или нет, но, скорее всего, нет. Он убежал в пещеру. Че ищете? Титана нюхаешь? Ограждение сломает у него, он тут мешается явно. Что-нибудь интересное? Да, что ни день, то находка. То есть со мной вы не хотели говорить, а с Лукасом поговорили, да? Перед вами тут божество бегает из реликтов. Даже не удивились. Ученый называется. Ой-ой-ой, я же видел, что он ко мне. На, на. Выгрызся. Стоматолог жучарнический. Да, ладно, приехали. Выглядит круто. Так держать. Как будто впервой. Лукас, ты такие вещи странные говоришь. Спасибо, как будто... Нак, мы у тебя в долгу. Вот, наконец дождался от Лукаса, что он у меня в долгу. Только что ты мне можешь предложить, я не знаю. Нет! Не-н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 е. Нет, спасибо, он вылезет, нет, сюда. Опасная штука, я думаю, что он меня раздробит нафиг. Ты пойдешь сюда. А, увернулся, увернулся. А тут, кстати, может быть тайник? А! Нет, здесь нет тайника. Не буду я здесь шастать. Опасно. А подожди, а куда вот это вот тут? Куда? Оно не работает, прикинь. Оно не работает. Почему не работает? Телепорт. А так? А, все, теперь понятно. Теперь понятно. Здесь что-то есть? Может быть уменьшиться надо? Куда-то пролезть там? А, нету там ничего. Ладно, я все равно уменьшусь. Когда я маленький, быстрее телепортируюсь. Здорово, ребятки, касочники. Ну, посмотрите, кто тут бегает, скажите что-нибудь хотя бы. Понятно. Туда не перепрыгнуть. Идем к дрелям, к бурам. И вот этим огнящим пукана горящим штукам. Подожди, подожди. Она сейчас опустится, ага. Я думал, там может быть тайник какой-нибудь. Опля. Вниз. Я видел там... Вот, мне кажется, вот сюда надо нам. От меня ничего не утаит. Вот когда я вижу янтарь, я уже об этом 1000 раз говорил, это значит тайник. О, устройство, 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 деталь, счетчик как комбо. Ну нафига оно мне? Да, у нас еще счетчик комбо не собран. Но у меня дело в том, что рубиновые реликты, как бы уже смотри, я их 16 собрал, это 17 будет. Поэтому нафиг нам счетчик комбо, да, он толком ничего не показывает, хотя... Что написано? Сила атаки Нека увеличивается с каждым попаданием по противнику. Бонус теряется, как только Нек получает урон. Просто когда комбо какое-то там набирается, по-моему, нам что-то давали в первом Неке. Я не помню, вот честно уже, давали нам или нет. По-моему, не давали. Ладно, короче, рубин беру, все, хватит. Тут разглагольствовать. Рубин. Рассусолил тут. На чики-брики что-нибудь бы выбрал, да и все. Ну, это на считалочку, в смысле. Вышел, вышел, хопс. Это выбрал, и все. Минутку. Раз, два, три, четыре, пять. Выбираю я опять. Вот, вот ты выбрал. Вот то, что по считалочке получилось. Пукана раздирающие огоньки. А-а-а. Прям вжало. Прям в лицо. Тут, конечно, другая фраза подошла бы. Ну, ладно. Дайте колотить. Каменные пирожки, блин. Вон туда можно смотреть, сходить. Ну, пойдем, сходим. Что там, что там? Сокровищница, что ли, опять? Серьезно? Серьезно? Так, все близко. Только что схватил, и тут еще сокровище. Значит, все, мы 3 сокровища здесь нашли. Аквамарин. Рубин, 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 рубин. 18 рубин. Еще 2 рубина у нас будет рубины. Вы, Нек, ты представляешь? Круто. С тайниками здесь закончили. Но неужели? В кои-то веки, я все собрал. Ну, конечно, я до этого собирал, ну. Так сходу и быстро, с первой серии, это прям редкость бывает, конечно. Но я счастлив. Я счастлив, что у нас все есть. Что-то такое ощущение, как будто я здесь уже бегал, да? Дежавю.
Ходит и тащит пью. Чуть не грохнулся. Значит, теперь нам сюда бежать нужно. Что-то какая-то подозрительная тишина, слушай. Сейчас что-то должно произойти, наверное. Что-то обрушится или, я не знаю, Нек какую-нибудь западню попадет. Либо что-нибудь откажет в работе, или найдут титана какого-нибудь рабочего. Что-то сейчас должно быть. Здорово, ученые. Вчера откопали вот это. Только взгляните, какой чудный образец. Все, она заговорила? Ну, спасибо на этом добром слове. Да, я вижу, какой там чудный образец. Два мужика копаются со старым титаном дряхлым. Мусорным. Успел, ну я успел, я успел. Нифига себе, реакция есть. Опа. Бежим. Ну, я промолчу. Я не понимаю, зачем я здесь уменьшился, как бы. В надежде на то... А тут надо было вот уменьшиться, но... Давай еще раз. Эй, вернись, платформа. Она же вернется, она должна вернуться. Уменьшаемся сразу же. Увеличиваемся. Оп. Есть. Есть контакт. Подожди, а вон вниз еще можно. Зачем вниз? Зачем вниз? Ага. Два таланта есть. Отлично. Кстати, я хотел посмотреть, 4 таланта у нас нужно для того, чтобы прокачать вот эту вот способность. Что нам там делать? Усиление отражения. Значительно увеличивает урон, наносимый отражением стрел и другими объектами. Одного попадания таким снарядом будет достаточно для устранения почти любого врага. 4 таланта на это тратить? Не. Я редко этим пользуюсь, поэтому давай прокачаем что-нибудь другое. Таран. Вот это, наверное, классная штука. А это что у нас? Ускорение атаки. Ага. Ага. А тут смотри, 2 ульты. Офигеть. Ладно, давай таран юзанем. Мне кажется, это классная штука. Я буду уворачиваться и таранить. Вот так вот. Оп. Сейчас, кстати, затестим. Есть противники где-нибудь? Чтобы это достать, нужен кран. Не будем спешить. Сначала оценим глубину залегания. Вот эта рука... Огроменная просто. Наверное, больше, чем ковш у бульдозера. Телепортейшн опять. Вон Лукас с Райдером бегает. Вон там. Я вижу тебя, засранец. Я был там, а теперь я здесь. Смотрите. Гандахару нужны большие роботы. Еще гоблины. Откуда они берутся? Неважно, я разберусь. Не люблю так говорить, но я был прав. Нарайдер. Тайник с таким оружием. Гандахар ни за что бы это не пропустил. Так, давай-ка я буду уворачиваться и смотреть. Да, ворота действуют, как таран. Отлично. Это очень хорошо. Но, как бы, я все равно отхватываю. Поэтому, ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот вам. Вот так вот. И тебе так. А тебе так. Слава богу, отбились. Нифига себе, что это у тебя там в руках может... Черт, у меня тоже таран. Ох. А я же маленький, капец. Надо вот эту вышибить штуку. Я уменьшился. Да-да-да-да-да. Так. Да-да-да-да-да. Так. Раскидал как их. Спокойно, без паники. 3 сокровища собрано. Это не новая часть, поэтому без паники продвигаемся. Там с кем они дерутся? С шаманами? Ой, с монахами? С шаманами. Я вот эту штуку не мог бы дернуть. Почему? Отсюда может кто-то дернуть. Во. Шаманы, я иду к вам. Хорошо, что монахи с нами. Они защитят археологов. Ага. Мне про этих монахов уже написали в комментариях, поэтому... Ладно, не буду спойлерить тебе, потому что ты не все же комменты читаешь, да? Как я. Ай-яй-яй-яй-яй. А почему треугольник? Что за треугольник? Я к тебе могу подойти треугольник нажать или что? Что такое треугольник?
Что такое треугольник? А, потянул. Вон оно. Нифига себе, он прям показывает, что я могу сделать в определенный момент. Просто не туда. Короче, с этими треугольниками что-то замешкался. Ладно, сейчас смотри, как я их раскидаю по-быстрому. Есть план. Иди к бабочке. И вот сейчас его тоже потянем. Опа. Ну, вернись, вернись. Вот и все. Когда куча способностей, это, конечно, напрягает. Ты можешь что-то забыть, что-то не забыть. Вот так вот. О, большой какой. Улетел. Подойдите поближе, пожалуйста. Я рассмотрю вашу броню. Че, не хочешь поближе подходить? Какой борзый. Я тогда сам поближе подойду. Райдер, с Лукасом, как вы здесь очутились? Хитрецы. Я вечно удивляюсь их телепортации. Глава 7, часть 2. На перегонки со временем. Титанам нам придется прорываться с боем. Точно. Возможно, мы помешаем Гандахару прибрать их к рукам. Ты видел, как тут один шаолинский монах спрыгнул прямо отсюда? С такой огроменной высоты. Лифтом не воспользовался, сбежал прям как не знаю что. Ну давайте, у меня щит. Опля. Один готов. Еще стрелять будешь? А, я двоих. Сразу же. Одним отражением. Ну круто. Пойду монаху помогу. Но прежде соберу янтарь. Здесь пройти никак. А, нет, мы можем здесь пройти. Но сюда что-то нужно очень тяжелое. Значит, нам нужно отожраться. Пойду посмотрю, что могу придумать. Иди к папке. Вон там вижу металл. Ты ищешь металлолом? У нас его здесь много. А дайте, пожалуйста, чуть-чуть метальчика. Наверное, вот это выдернуть надо, да? Подожди, там вон янтарь вижу. Тут больше нигде ничего нет такого. Смотри, можно вот сюда его потащить. И вон туда запрыгнуть. Там, по-моему, опыт. Да? Ага, отлично. Сейчас сюда загляну. Нет, тут ничего. Где-то здесь... Сколько тайников? Здесь 2 тайника. Вполне реально, что тут может быть где-то что-то спрятано. Надо хорошенечко смотреть в оба. Вот! Я же говорил, блин. Иди сюда. Вот он, где тайник. Уменьшаемся. Что же там, что же там? Если будет рубин, то я выберу рубин. 2 рубина всего нужно. Представляешь, до рубинового нека. Аквамарин и... Нет, рубина нету. А вот это что такое? Преобразователь... А, это мы собирали. Значит, вот, деталь детектора тайников. Это какая-то прям приставка, это не геймпад. Прям приставочка-приставочка. Mm-hmm. Ну, этому я тоже рад, честно скажу. Конечно, не так, как рубину, потому что рубин прям чуть-чуть совсем, вот совсем чуточку остался. Это я забираю. Спасибо. В основном обломки роботов. Я понял. Тебя не усилят. Я понял, понял. Базиба, базиба. Вот это можно стащить? Нет, это не стащится. Значит, я стал тяжелее. Металлическим. И должно все открыться. А теперь кувалды мои отведайте. Ну или... Черт. Опа, ворот. Опа, хопа. Так, где-то здесь еще был. А, нет, здесь никого нет. Сюда можно подняться. Нужно только что-то потащить. Кто там? Что там в меня стреляет? Ты офигел? Не успел, не успел. Ха-ха-ха-ха. Что я могу... А, вон там ящик вижу. Мы сейчас этот ящик поднимем. Пойдем это сделаем. Янтарик же можно забрать. Значит, это мне. Это тоже мне. Иди ко мне, коробочка. Открою я тебя. На лифт. Чётенько. Все понятно. Мы тогда сделаем так. Пускай постоит пока немножечко. Моя бронька. И сейчас узнаем, что там у нас. Мы можем помочь. Все ворота заперты, но это их не задержит.
Ну, пускай запертый, все равно поможет. Частично. Частично поможет. Опыт, конечно же, золотой жучок. Жучок, 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 ой-ой-ой. Золотой жучок напоминает, да, это огромное количество опыта. Черт, я хочу вон того, давай. Ай, это мощный выстрел. Это мощный, обычно не стреляй. Есть, ушатался, чувак. Иди к папке. Ай-яй-яй-яй. Тоже пойдет. Брони здесь все равно навалом, поэтому не страшно. Тайники, где же вы? Не видно вроде, да? Вроде здесь не видно ничего такого. Хотя вот тут закуток. Вот я увидел, я увидел, я увидел, я увидел. Кажется, вот сюда вот можно запрыгнуть. Кажется, ну-ка. Все тайники опять забраны. И что же тут у нас? Деталь, снова деталь. Для USB-шки. Ну, USB-шка, короче, для флешки. А деталь счетчика... А, это счетчика комбо. Ну, ё-моё. Ладно, пускай будет, чё уж. Аквамарин я все равно не хочу собирать пока что. Мне его дофига еще надо. Значит, по тайникам здесь все. Это очень хорошо. Теперь... Бежим, сломя голову. Конечно, железо надо собрать еще. Опля. О, там с машинганом, смотри. Мощный типок. Шаман, чё вы тут стоите? Пойдемте разберемся с ним. А, его притащить не получится. Улетел. Улетел, ух ты. Опа. Всей нашей работе конец. Как же теперь моя статья? Блин, а как успеть-то? А, вот. Вот этим штучком забраться. Я не знаю, как Лукас поднимется, но... Стой, подожди. Вот это поворот. Я, кажется, понял. Ну, не совсем, конечно, но я, кажется, понял. Так, тебя здесь оставляем. А тут вот так вот, да? Сработал. Отлично. Теперь мы это здесь соберем сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, верните обратно мне, пожалуйста. Все, обратно верните. Сработал. Двери открылись, монстры меня ждут. Вон там вижу тайник, надо будет туда залезть. Я типа в голову хотел сделать, а ты... Ну, получаю нюхачу. Иди к папке. Еще к папке. Ты че на меня тут борзишь? На тебе, на тебе. А где броня, кстати? Че, все, броня кончилась? С прыжка на меня хотел, да? Когда они, короче, оружие заряжают, просто подтягиваешь их к себе и все. Не надо ничего выдумывать. Сейчас сзади. Да. Я знал, что ты сзади на меня. На тебе. Плечом. И тебе тоже плечом. А, не янтарь, надо было робота. Готово. Теперь нужна коробочка, которая позволит мне запрыгнуть наверх. Но там всего лишь янтарь. Всего лишь янтарь. А, нет, там еще и этот есть. Хорошо. Где-то здесь, значит, должна быть коробка. Что-то должно быть такое. Гандахар сначала не пробудил титанов. Трудно сказать. Возможно, у него далеко не все под контролем. Возможно. Но это не точно. С тайником разобрались. Ну, это мини-тайник. Тут без сокровищ. Ого, нифига себе, сколько тут янтаря. Опыта знатно. Не зря. Не зря я туда сбегал. А коробка нам еще пригодится, скорее всего. Пойдем. Не зря же ее здесь поставили. Надо дернуть рычаг. Сейчас это сделаем. И теперь мне туда как-то нужно забраться, да? А я могу повторно дернуть? Ага. Я могу повторно дернуть. Так, а как мне... Подожди, если я его дергаю, то телепорт отключается, или он работает все равно? Он работает все равно.
Я просто не понимаю, как туда запрыгнуть, потому что я явно не достаю. Что-то где-то должно быть. Что-то. А, все, я понял. Я понял. Я просто этот край еще не посмотрел, у меня камера сюда не двигалась. Опля. Здесь есть что у вас, мужики? Что-то там хреново тебе блюешь? Ладно, не буду отвлекать. Вот. А можно мне? Черт, не достану. А, здесь не достану. Как будто там что-то могло быть. Сейчас, секунду. Я хочу на ту сторону еще кататься. Посмотреть, что там. А, ну там просто железо. Чё-то я тупанул. Тут просто железо. Ну давай его возьмем, чё бы нет. Чё бы нет. Оно же нам может пригодиться. А-а-а, вот это я, конечно, тупанул. Ой, я тупанул. Так, надо все по новой, Вася. Чё ж я так замутил-то стрёмно? Мне, короче, нужно было железо вот сюда поставить и туда переехать. Во-во-во-во, они еще высыпают. Отлично, вот то, что нужно. Спасибо. Так, значит, здесь оставляем тебя. Это дергаем. Вот как все должно было быть. Сейчас нам это все заберем, встанем там на кнопочку и все сработает. Опля. Какое-то поле боя, слушай. Что это за звук? Танки. Сумасшедший маленький гоблин. О, обороты. Ай-яй-яй-яй. Ой, ё-моё. Чёрт. Поворот. Поворот. Последний удар. Готов. Жалко, конечно, что размер мне не позволяет его поднять. Еще сейчас танки будут, наверное. Здесь прыгать. Я думал, сейчас поднимем эту дверцу, зайдем. Ну, конечно же. Я же слишком тощий для этого. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это там разнос. Что-то там какая-то жесть творится вообще. Пойдем-ка разберемся. Монахи, без меня ничего не можете. Хотя со мной дрались-то так эпично. На арене, помнишь, когда я только пришел к ним? Они меня испытывали. Так славно со мной дрались, прям капец. А тут с гоблинами не могут справиться. О, еще. Ничего себе. Ему град ударов мой нипочем. Ты че такой жесткий-то? Янтарная защита вся пробита. Фух. Еще янтарчик. Тут больше янтаря нету. Всю янтарную броню просрал. И железную просрал. Вообще все просрал. А тут еще и танки. Ага. Но благо я тут не... А, шаманы убежали. Все, они засали. Ну, конечно же, конечно. Оставили меня тут одного, как всегда. Как всегда. Типа, ты крутой, разберешься и один. А, увернулся. Пупковый ударчик меня спас. Ой-о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 й. Да черт. Зажал меня, гад. Но все-таки я его сломил. Подорвали танки мы с тобой. Посмотрите-ка. Давай! Ой. Ух.
Вот да! Я в танке. Ну ничего себе. Ну ничего себе. Обалденно. Пил. Гоблин. Так, у меня есть огонь из пушки, есть рывок, есть блок. Вот такой вот блок. А, наружу, выйти наружу. То есть я теперь в танке могу садиться, да? Сейчас, подожди. Рывок, как он выглядит? О, чем меня давили постоянно. Ай, нет, залезь обратно. Чё ты? Круто, угнали танку гоблина. Ха-ха-ха. Получайте. Я вот так вот вас смогу еще. Здорово. Там сзади никто не остался случайно. Я всех ушатал. Ага, живенький. Чё ты на меня палишь? Нельзя на меня смотреть. Кстати, а тут вполне... Это другая глава? Да, тут могут быть и сокровища спрятаны. Я так бы как бы не торопился тут на танке рассекать. Давай-ка вылезем. Я сейчас тут посмотрю, чё кого. Вполне реально, что где-то может быть что-то спрятано. Просто туда нужно танком пробиться. Вон там вот, кажется... А, нет, это не то. Ладно, поехали пока. Возможно, я что-то... Ах, мои реликтики тут мешаются. Погоди, а вот это вот здание, там может быть что-то? Нет, здесь, кажется, ничего нету. Ну-ка. Окошечек никаких нет, чтобы заехать. Ладно, все, поехали. Та-та-та-та-та-та. Мир танков, ё-моё. О, снес стеночку. Надо стенки все сносить, потому что за ними могут быть спрятаны тоже проходы. Так что все оружие, все ломать. Интересно, я этого смогу своей дрелью распубах? Нет, он слишком мощный, поэтому задний ход. Может, все-таки врубить бурю? Вау! Оп! Да, когда он так ставит, нужно буры врубать. Есть тайник? Нет, никаких проходиков. Едем дальше. Я слышу, что кто-то кричал. Или мне показалось. Тут нужно что-то подорвать, да? Вау! Вот это разнос. Но мне пофиг, я в танке. Гоблины. Я могу сделать вот так вот вообще. Есть. Тут ничего, кажется. Ой-ой-ой-ой-ой, по мне попали. А чем это попали по мне? Кто там такой дерзкий? Танк. Там танк есть. Сейчас будет битва танка против танка. Щит включаем. А он не достал до меня, прикинь. Не достал. У меня перезарядка. Щит. Разнесли его вообще в щепки. Ну где сокровища там могут быть? Кстати, как насчет дрезины? Ну-ка, я заеду сюда. А вообще легко. Без проблем по этой дрезине. Кто-то еще приехал. Ух ты, это мины. Противотанковые, походу. Как-то ты странно их кинул. Но до меня они не достают. Все, этот сдох. Тут у нас что-нибудь есть? Блин, да где же ты, Никита, ё-моё? Ну где же? Вот, кажется, тайник, да? Янтарь, смотри, вот здесь вот. Да, кажется, это тайник. Пойдем. Нашли один, здорово. Обращать внимание на янтари. Вот надо не забывать про это. Так, значит, ну здесь аквамарин. Рубин, конечно же, рубин. Еще один рубин, и будет рубиновый нек. Ах, балдежно. Ох, хорошо. Это какая сокровищница? Первая. Значит, еще одна впереди. Отлично. Идем, классно. Очень здорово идем. Прохождение отличное, отменное выросло. Значит, разворачиваемся. Не, ну на танке это кошерно. Ничего не сказать. Янтарчик, конечно, собираем. Нам кажется, сюда. Как интересно, люди
меня бомбами еще не закидали. Они же не знают, что я здесь. Хотя там стекло же вон какое. Ух ты. Ух ты. Бабах. Ну, танки, конечно, мощные. Ничего не скажешь. Мины. Интересно, а в броне я не могу ездить. Ага. Хорошо. Хорошо. Так, слушай, знаешь, что надо сделать? Давай вылезем наружу. Надо селфак какой-нибудь замутить. Ой, сейчас я там разбомблю гоблинов. Черт. Вот так вот тебя. Мне даже никто урон не нанес. Так, я хотел салфачок замутить. Сейчас, минуточку, надо развернуться. Развернемся здесь. Опля. Салфак с танком. Еее. Нормалек. Ну все, нафоткались. Можно теперь уходить в тачку обратно. А единственное, знаешь, что я тут не обратил внимания на секретки. Да, не-не-не-не, вернись обратно. Вернись обратно, вот это надо подорвать. Нет тайника никакого. Вроде ничего здесь такого нету. Окей. Едем дальше. Надо растягивать удовольствие. На танке не каждый день покатаешься, я тебе хочу сказать. Почему раньше я в танке не взял? А, ну потому что у них эти люки были задрайвены. Закрыты. Поэтому как бы... Ого. Ого, тут надо, короче, сейчас вылезти. Что-то сейчас тут будет, наверное. Меня все равно в этом танке разнести должны, чтобы я вылез с него. Либо... Что, дальше нет прохода никакого? Нет, я не хочу с танка вылазить. Не хочу. Ну, не хочу я с танка вылазить. Короче, нужно танком подъехать и при помощи него запрыгивать наверх. Ладно, паркуемся. А я думал, меня разнести должны. Вот так вот сделаю. Напоследок. Все, значит. Ну, круто. Спасибо, что дали на танке покататься. Это очень обалденно. Это обалденно, не обалденно, круто. Это просто чума. Ох, придется по стариночке с вами разбираться, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Успел даже кому-то там машинганщику отрикошетить. Успел. Янтарь. Кстати, вот эта пушка, которая позволяет мне янтарь на расстоянии собирать, вот это устройство, полезная вещь оказалась, как-никак. Ой-ой-ой-ой, сколько тут бомбочек. Черт. Значит, у нас еще один тайник, надо не забывать про это. Пойдем его искать. Вон янтарь. Забираем тебя. Парни, здорово. Как жизнь? Ой, возьму-ка я, пожалуй, вот потом. Неуязвимость нам очень нужна. Во! Слоумо! Так, тайник. Где ж ты спрятан у нас? Могли бы тебя здесь спрятать? В щель какую-нибудь? О! Не зря сюда заскочил. Значит, щели, да? Где-то, может быть, здесь еще можно проскочить. А-а. Тут точно нету. Может, здесь? Не, там нету тоже ничего. Ладно, здесь я все попробовал. Идем дальше. А может, попрыгать можно где? Типа запрыгнуть маленьким чувачочком? Нету. 100% нету здесь. Янтарь. Янтарь. А ну спустись. Нельзя свысока в меня стрелять. Здесь ничего нету. О, танк. Конечно же в танк. Ого, вовремя я щит врубил. Ничего себе, они меня тут шмаляют по мне.
Всех раскидал. Так, там у нас есть что-нибудь? Но где же мои сокровища? Как пират на танке рассекаю здесь, ищу сокровища. Там, вон, вижу, рубильник нужно дернуть. Какая площадка. Большая такая. Давай дернем рубильник. И обратно в танк. Быстрее в танк. Какой сюрприз, как же классно, что мне тут подогнали танк. Не, ты ко мне не подойдешь. Я тебя задавлю сейчас. Бабах. А, рубин вижу наверху. Подожди, если я вот так вот подъеду. Точнее, не рубин, а янтарь. Давай поближе подъедем. Да не стреляй ты, выпрыгивай. Вот он тайник. Да, последний, отлично, все нашли. Ну, просто легендарное прохождение, когда я все собираю. Что это у нас? Деталь детектора тайника. Мне еще два тайника найти с такими деталями, и все, у меня детектор тайников будет собран. То есть это сейчас был экранчик с самим детектором, с локатором. Давай, запрыгивай. Поехали. Лупи. Снова танки. Ай, попал по мне. Ай-яй-яй. Рано щит отключил. Да мне пофиг, смотри, что я сейчас сделаю. Ты что там меня дубасишь? Да я проедусь по тебе. Хитрый какой. Еще танк. А если танк на танк с бурами наедет друг на друга, что будет интересно? А ничего. Ой-ой-ой, успел. Я на него, и он на меня. Значит. Ну, давай крушить тогда уж. Не понял, кто это в меня. Кто это здесь такой смелый? Кто-то в меня что-то... Показалось, что ли? Воу! Сколько роботов набежало. А, вон стрелочки показывают, когда кто-то к тебе движется. Да ты достал. Получил, толстый. Ну, короче, танки решают. Что я тебе хочу сказать? Такое ощущение, что танки мощнее, чем сам Нек. Ну, как бы это танк, его нужно было таким сделать. Прикольно так маленьких гоблинцов этих. Да давай я тебя просто раздавлю, да и все. Честно, я сисюкаться буду. Нравится, как это все рушится. Очень классно сделали. Прям за вот эту главу, за вот эту часть именно респект разработчикам. Сейчас танк у меня кончится, походу. Я уже не защищаю, щиты не ставлю. Ой-ё, кто-то мне по башне дал. Где ты есть? Успел, не успел, я щит рубить. Есть. Но учитывая, как они мне урон наносят, то... как бы, ну, такое себе. Неку они больше урон наносят, чем этим танкам. Что странно, непонятно, как тут урон рассчитывается. Дамаг. Ничего себе, он меня откинул как. Еще разок. Еще разок давай. Ладно, я сейчас к вам подойду. Не... Прикинь, его, короче, нельзя так просто взять и к себе подтащить. А этого? Этого тоже нельзя. Тот грохнулся. Блин, в броне, короче, 1000 ударов им бессмысленно делать. Ну, град ударов. Потому что броня их защищает. И потащить к себе ты тоже не можешь. Ох ты ж, ё-моё. Да ёпарасоте. Ох-хо-хо-хо-хо. Дробью меня просто расстреляли. Негодяи. Да, это круто, когда у тебя есть дальнобойная. Ну.
ворот. Просто нужно поближе к ним подойти, а не закрываться щитом, как бы. Ты посмотри, что происходит. Ну, это жестко, конечно. Ну, прыгни ты. Чё ты не мог прыгнуть-то? Вот и все. Минус один, минус два. Глава 7, часть 4, пробуждение. Ой-ой-ой, сейчас какой-то огромный титан, видимо, пробудится. А можно я на танке буду? Они задвигались. Ой, ё-моё, ты посмотри, как он здоровый. Они задвигались. Ну да, это хорошо, что они еще не собраны, но у них размерчик, я тебе хочу сказать. О-о-о. Гоблин тут домогается до инженеров. Раскопщиков. Сколько здесь тайников-то вообще, кстати? Вон, кажется, там можно пролезть. Вот здесь вот. Ну-ка. Да. Первое сокровище есть. Еще деталька. Для чего? Деталь счетчика комбо. Нафиг, рубиновый реликт. Последний. Сколько событий в этой части, в этом выпуске. Новый приз, новые способности, приз получен. Создан Нек-вампир. Коллекция завершена. Вот так вот он теперь выглядит. Доступен выбор персонажа. Теперь вы можете выбрать разные вариации кристального Нека, каждая из которых обладает уникальными способностями. В режиме совместной игры оба игрока могут выбирать разные вариации Нека. А можно сейчас это выбрать? Можно сейчас выбрать. Погоди. Усиление устройства, кристальные реликты, выбор персонажа. Да, можно сейчас выбрать, блинский. Особое действие. Буря. Это помнишь, как в первом Неке он бурю делал? Вот и тут сейчас так же. Еще я могу телепортацию юзать. Вы можете использовать супер прием буря. Вы мгновенно перемещаетесь за спину ближайшему противнику. Офигеть, то есть... Тут даже вон оно что, не просто скин, но еще и способности дают. Это классно. Нек-вампир. Оптимизированный для нападения этот костюм. Че, короче, ладно, давай выбираем. Этого Нека можно выбрать только на карте мира. А, блин. То есть в сюжетке нельзя? Так неинтересно. Так неинтересно. Ну вы что? Я-то уже обрадовался, вот капец. На карте мира это, короче... Ладно. Я под конец, может быть, сниму. Как на карте... Карта мира нужна для того, чтобы ты, короче, мог выбрать определенную главу и перепройти ее, чтобы собрать все сундуки. Ну, чем я занимаюсь, когда пропускаю их. Там какие-то рекорды поставить и все такое. Но, блин, в сюжетке нельзя выбрать скин. Ну, как-то... Видимо, это ломает игру, поэтому нельзя. Давайте, стрельните в меня. Нет, так. А чё я туплю? Я сейчас вас оттуда поснимаю, нафиг. Или к вам запрыгну. Ага, не сработало. Ё-моё, они сейчас меня тут раскидают. Прячемся. 6. Ненавижу дальнобойных, особенно в большом количестве. Они меня напрягают. Очень напрягать. Сейчас, подожди. Здесь ничего нет такого? Секретного. Кажется, нету. Ну, я почему-то расстроил. Я опечален. Немножечко. Я надеюсь на то, что когда мы эту главу пройдем, я зайду на карту мира, выберу там кристального Нека. Да не, он, скорее всего, не останется в сюжетке. Скорее всего, навряд ли он останется. Рука шевелится, капец. Титанская рука шевелится. Я сюда могу залезть. А, сюда и нужно было залезть. По сюжету. Чё-то как-то, короче, разработчики схалтурили. Ладно. Как есть, так есть. О, внутрь прям в него зайти можно будет. Ого, ого. Вид сверху. Обалдеть. У него там фонарик какой-то болтается. Так, значит, мне нужно тут просто запрыгнуть. Я думал, вот этот фонарик как-то взять можно, но нет. Типа это местный аккумулятор. О, как здорово. Ха, тут еще и башка. А зачем вы их собираете?
Я понять не могу. Зачем археологи собирают вот этих вот... Не археологи, а кто раскопками занимается. Ну да, археологи. Собирают этих титанов. Это же гоблины должны делать. Я считала их красивыми. Кого ты считал красивыми? Знаешь, что мне кажется? Мне кажется, что тут мог бы быть тайник. Мог бы быть тайник в теле вот этого титана. Мог бы быть, как ты думаешь? Мог бы быть, но... Где есть-то? Я потерялся в своих реликтах. Идите колотить. Тут просто столько закутков. Сейчас я тут... Не, мне кажется, тут нету. Зря я так, конечно, подумал. А, нету. Ну, я, по крайней мере, проверил, слушай. Чтобы быть спокойным. Ай, прыгаем. Ой, там почти собранный, смотри, стоит. Посмотрите-ка на это. Пребывание в грязи сохранило его в отличном состоянии. Похоже, гоблины пытаются его включить. Надо спешить, Нек. Надо спешить. Я спешу, как могу, блин. Иди. Я же вернулся. Поближе подойди, ну подойди поближе. Уворот. Черт. Оу. Уворот. Еще раз ударишь. Черт, уходим. Нет, я к тебе не подойду. Не мечтай даже. Че хочешь, делай, но я к тебе не подойду. Богатый электрический такой. Я очень... Да, е-мое, все-таки получилось. Дай ему достать меня. Я очень боюсь электричества. Ой. 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 А, ты все? Ну тогда вот тебе апперкот. Так, в этой главе у нас еще один тайник остался, да? В этой части. Тайник тайниковский. Поехали наверх. Сейчас с гоблином подойду. Было бы круто поуправлять этим титаном. Не-не-не, я лучше вас буду подтягивать. Буду вас подтягивать. Не успел я щит поставить. Ну давай, давай, давай. Эти невозможно отрикошетить выстрелы. Засранец, не дает подойти к нему. Надя в башню. Янтарик. Тишина. Музыка успокоилась. Кажется, кто-то пробудился. Ой-ой-ой. Отомстите им! Нек, скорей! Битва, битва, Нек против Титана. Ну, в данный момент я, конечно, от него гашусь. Рад, что ты добрался. Тут, кстати, может быть тайник спрятан. Где-то, вот, например, вот здесь вот. Его как очень мило, что ты еще рассчитываешь победить. Или это по сюжету? Подожди. Здесь по сюжету нужно было запрыгнуть. Ага. Ладно. Сражайся, Нек. Да я сражаюсь. Ого, как ты стенки тут ломаешь. А сюда забежать можно? Есть там что? Нету там ничего. Прик, 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 скок. А стеночки ломаются, они сейчас разломятся. Ох, успели. Стой, подожди, вот здесь вот кажется. Вот здесь вот кажется. Все разрушилось, все по новой. Нифига себе, прям все здание рухнуло. Обалдеть. Мощный типок. Типа Ридзе. Блин, вот в этих цистернах тоже могли бы тайник спрятать. Вот. Ну вот, кто же знает-то. О, еще два удара. И это здание разрушится. Вот, еще один удар. Давай, вот сюда сбегаю.
Нет, туда нельзя. Так, а куда дальше-то? На него прыгать или что? Нет, в другую сторону, видимо. А, вон туда. Вот сюда нам надо. Ой-ой-ой. Так, здесь снова карабкаться. Не важно, как быстро ты бежишь. А может быть важно? Я, по крайней мере, жив. Куда нам дальше-то? Я тебя поймаю. Попробуй поймай. Я ж такой вредный маленький букан. Ох-ох-ох-ох-ох. Полегче. Вот что чувствуют гоблины, когда я в такой огромной форме. Черт, не успел. Может забить на него просто, да и все, перескочить. А, пошел в жопу. Да, неприятное чувство, когда такой великан на тебя бежит, ты чувствуешь себя реально мухой. Мимо! Конечно. Не дождешься. Ребят, бежали бы вы отсюда, он может это здание одним взмахом разнести. Да я постараюсь вас спасти. Смотрите, его грудь. Ну, дырка там, да. Час расплаты. Так, как нам подобраться к Титану? Ну, скорее всего... Тут можно как-то запрыгнуть? Нет, тут никак не запрыгнуть. Вполне реально, что тут где-то тайник может быть. В этом помещении. Здесь надо везде все прошерстить. Пока спокойно. Тут можно полазить, посмотреть, что кого. Ребят, здесь тайника нет нигде. Никто ничего не видел. Нет. Слушай, а если назад, прям назад-назад вернуться, что будет? Что будет, если прям вот выскочить вон туда? А там все сломано уже, наверное, да? Ну-ка, пойдем посмотрим. Бежу, и упал. Понятно. Туда лучше не надо. Ну, по крайней мере, я свое любопытство убил. То есть, там делать нам нечего, точно. Точнее, любопытство нельзя убить, его можно усмирить на время. Так будет точнее. Так, здесь точно, тут тоже никуда никак. А погоди, это же новая глава? А, ну, это еще прошлая. Прошлая часть. О-о-о. Надо, короче, здесь бежать, когда он смотрит в другую сторону. Вот он палит. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Пока он... Спокойно. Ну давай уже отворачивайся. А, засранка. Черт! Ах, их, хитрец. Головой своей вертишь нормально так. Я должен успеть, должен. А, прыжок. Чуть-чуть не долетел. Ладно, не буду торопиться. Не буду торопиться. Здесь постоим. Давай отворачиваюсь. Ждем, пока он вниз опять посмотрит. Черт. Вот это меня пронесло, так пронесло. Готово. А я успел. Хе-хе-хе-хе. Вот тайник, вот он, где его спрятали. Вот же ж ты где был, родненький. Ну все, теперь только устройство поиска тайников надо собирать и все. Да, обломись, ни одной детали для счетчика комбо или для поиска тайников, ничего нет. Аквамарин собираем, чё? Такие вот дела. Такой закон подлости. Оу-оу. Нате вам поп-пола. Ух ты ж, задел все-таки. Да ты достал. На, выкуси.
пробита броня гоблина. Скатываемся вниз. Веселье! Опасное веселье, прям я бы сказал. Сейчас он здесь мордой высунется по-любому. Ага, вон он догоняет нас. Бегу, бегу, бегу. Райдер уже быстрее ускочил. Я бегу. Нужно попасть в уязвимое место на его груди. А вот и ты. А вот и я, да. Так, а что-то я это задумался о чем-то. Молчу, сижу, а ты мне даже ничего не говоришь. Сказал бы, ты че, там у тебя микрофон что ли отключился? Да нет, просто что-то задумался. О чем я задумался? Да мы проиграем, ты! Так давай, давай. Я задумался, как ему в грудину запрыгнуть. Понесся, эпик. Ой, как близко. Давай, со всей дури ему. Ничего не получилось. А почему ничего не получилось? Подожди, я кнопку не ту нажал, что ли? Короче, Нек башкой влупился в его броню и отрубился. Давай по новой. И момент настал, прими гастал. Зажать нужно, а я нажал тогда. Все понятно. Запрыгивай, давай туда. Знатный прием. Блин, и все разрушилось, да? Да не может быть такого, что эти два гоблина упали на пульт управления и все сломалось. Дали бы титаном поуправлять. Ну, ё-моё. Ох уж эти гоблины своими жопами на пульт сели. Спасибо, Нек. Спасибо. Вы сегодня спасли много жизней. Я горжусь тобой, Эва. Спасибо, Ксандр. Но, боюсь, так мы не остановим Гандахара. Похоже, мы топчемся на месте. Не совсем. Вначале смотреть, как Нек ломает роботов, было интереснее. Да. Послушайте. Здесь я увидел, как они оживают. На прогулке. Потом они ожили в долине, вот здесь. А вот здесь мы сражались сегодня. Эти места образуют одну линию. Именно. Они оживают на разном расстоянии от центра. Близко, дальше и еще дальше. Получается, центр управления где-то в океане. Это, ну уж, слишком смелая догадка. Я не... Впервые согласен с Ксандером. Твоя теория любопытна, Лукас, но... Я бы сосредоточился на чем-то более реальном. Вот думаю. Райдер. Слушай, я всегда за тебя, Лукас. Но центр управления посреди океана... Это вряд ли. Мы, монахи, смотрим в будущее и развиваем... Слушайте Лукаса, ё-моё. Покажу вам... Пацан дело говорит. Современный мир. Я знаю, звучит невероятно, но... Я чувствую, что прав, понимаешь? Чувак, я тоже чувствую, что ты прав. И вдруг я на самом деле прав. Раньше ведь такое уже бывало. Знаешь что? И правда. По крайней мере, стоит проверить мою идею. Конечно. Пошли. Пойдем. Спасибо за помощь. Говно вопрос. Что-то вы долго, ребята. Ну, полетели.
Это мой Лукас. Вот это я понимаю конец серии. Что-то есть? Пока нет, но я знаю, что он там. Я чувствую. Ты всегда доверяешь своим чувствам? Конечно. А ты? Теперь уже да. Это просто облако. Да там шпиль. Ты права. Давай проверим. Центр управления. Башня на острове. Верно. Башня из металла. Ха-ха, в этот раз увернулся. Ксандер очень удивился, что мы нашли это. И всего-то с третьей попытки. С четвертой? Ну что с того? Теперь найдем Гандахара. Глава 8, часть 1. Исследователи острова. Ну что ж, Лукас Когда был прав. Когда появится Ксандер, он будет горд за нас. Ну, в общем... Эта огромная башня своими сигналами пробуждает роботов. Ну да, 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 все, все. Короче, это была эпичная серия, очень крутая, мне прям понравилось. Если тебе тоже понравилось, то не забудь поставить лайк под видео, подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих роликов, на которых мы с тобой, собственно, и увидимся. Так что, до встречи!